Всем привет! Из примерочной из магазина H&M. Как вы знаете, начались уже скидки и распродажи везде и всюду. После Рождества у нас начинаются они с 26 числа и вот, до упора. Пока все не распродадут, везде-везде во всех масс-маркетах начались распродажи. Правда, надо сказать, что именно 26 числа в магазин не поехала, потому что были огромные очереди везде, а после 26 числа, вот я сейчас вернулась сюда, и, в общем-то, уже осталось очень мало чего, народ так бодро все раскупил, но мы постарались и нашли что-то, вернее, я. Значит, у меня сегодня такой, знаете, как бы челлендж, я решила попробовать одеться в H&M на распродаже, как будто бы мы одеваемся в каком-то люксовом магазине. Ну, вот такой вот у меня, значит, амбициозный план. Я принесла все бежево-черное, такое вот в бежево-черных тонах, вот таких вот, это мое пальто, только не обращайте внимания. Почему? Потому что если, в общем-то, вы одеваетесь в дешевом магазине, то давно известно, что для того, чтобы выглядеть более или менее прилично, надо избегать ярких принтов, желательно все такое нейтральное, бежево-черное, и тогда на этих вещах, на дешевых, тогда не очень видно, что они дешевые. То есть, конечно, все равно видно, но видно не так. Так считается, и я решила сегодня вот попробовать опровергнуть или подтвердить это утверждение. И давайте будем начнем примерку. Себя я, в общем-то, особо не показываю, потому что на мне ничего особенного. Такая у меня есть маечка черная из Uniqlo, этот кардиган из Gap, по-моему, юбка, не помню, но умею какой-то, сапоги из Zara, пояс тоже Kenneth Cole или что-то такое, ну, неважно. Вот, так что давайте делать примерку и давайте посмотрим, что у меня получится, действительно получится ли мне выглядеть как-то прилично. Мой первый комплект, абсолютно классические брюки, такие, знаете, жокейские брюки, узкие, в общем-то, практически тайцы. И совершенно никакой бежевый свитер с горлом, но вот в его, так сказать, в том, что он никакой, в принципе, в этом весь и смысл. Потому что, глядя на этот свитер, если вы, конечно, не посмотрите его этикетку и не прочитаете, из чего он сделан, вы никогда не поймете. Ну, не то чтобы никогда, но, в общем, так скажем, издали, глядя на него, вы не поймете, что это дешевый свитер из H&M или это какой-то дорогой свитер из какого-то дорогого бренда. Опять же, вот такие вот черные брюки, которые абсолютно никакого, так сказать, не имеют, тоже на вид никогда не определишь, из чего они сделаны, откуда они взялись. Тоже вот так вот, если вы так оденетесь, то, в принципе, вы будете выглядеть, ну, не то что дорого, но так, что никогда никто не поймет, в каком магазине вы одевались. Потому что, опять же, вот вещи из масс-маркета очень узнаваемые. Есть вещи, которые все носят и все знают, что вот это из Zara, это из H&M. А вот такой вот свитер и вот такие брюки, они абсолютно как бы, ну, вот не имеют никакой принадлежности к какому-то бренду, потому что это могут быть абсолютно любые вещи из абсолютно любого магазина. Добавить к этому образу еще вот такое вот просто черно-белое пальто в клетку, которое, в принципе, соответствует вот брюкам и бежевому свитеру, почти белому, то, опять же, пальто из Zara, кстати, но, опять же, очень трудно понять, какому бренду оно принадлежит и, в общем-то, его цену. И вот такой вот комплект, он абсолютно никогда не выдаст вас ничего, так сказать, того, что вы одеваетесь в масс-маркете. Свитер этот я примеряла размер medium, он стоил $40, сейчас 25. Не такая уж и большая скидка, но в принципе вот есть скидка. Я не даже могу сказать, что все-таки что-то есть, какая-то скидка. Я посмотрю состав, я думаю, конечно, что он чистая синтетика, но давайте на всякий случай я проверю. Вот я вам даже нашла по-русски. 54% акрил, 41% полиамид и 5% альпака. Ну, в общем, вот так. Но он такой, знаете, очень приятный. Вот такой не то чтобы прям такая синтетика скрипучая. Нет, он такой мягенький, очень даже симпатичный свитерок. Брюки немножко мне великоваты, это 14 размер. Стоили они $29.99, сейчас они стоят $19.99. Ну, конечно, это синтетика, но я вам хочу сказать, они очень хорошо сделаны. У них внизу вот они не очень узкие. То есть они не прям как тайцы, они где-то вот такой вот, ну, нормальной ширины, сбоку такой разрезик у них, сверху у них здесь сделана резинка, еще у них есть замочек сбоку. То есть они такие удобные,
в одевании. Вот такие вот совершенно классические черные брюки, которые вы никогда не поймете, откуда они куплены. Девочки, вы не поймите меня неправильно, я абсолютно спокойно отношусь к тому, чтобы одеваться в масс-маркете. Я сама одеваюсь всегда в масс-маркете. Но есть люди, которые как бы пытаются вот это скрыть и не очень как бы считают, что в масс-маркете всегда, одевшись, будете выглядеть дешево. Я, в принципе, хочу немножко опровергнуть эту теорию, поэтому вот мое видео сегодня об этом. Очень классическое платье, трикотажное, вязаное, гладкая, совершенно гладкая вязка, отложной воротник пола, небольшой такой вырез, но я оставила свою маечку вниз, там внизу, потому что для меня вырез большой. Вот такой вот длины, совершенно классическое платье, абсолютно не выдающее никакой принадлежности никакому бренду. Единственное, что у него очень длинные рукава, мне пришлось их завернуть. Ну, у меня короткие руки, поэтому как бы ничего с этим не сделаешь. Но, в принципе, так вот оно выглядит совершенно хорошим таким обычным платьем, классическим трикотажным платьем, которое, в принципе, на все случаи жизни можно и на работу, и в отпуск, и в горы, и на дачу. То есть и дома носить кому-то, если кто-то хочет, вполне-вполне. Я оставила тоже платье и сверху надела вот такой вот длинный кардиган без пуговиц. В принципе, это две вещи, которые разного цвета, но похожие по тону. Платье довольно светло-бежевое, кардиган немножко такой бежево-коричневый. И, в общем-то, выглядят вместе они очень неплохо. Кардиган вообще очень такой, знаете, неплохой, выглядит довольно благородным, так скажем, интеллигентно. И, в общем-то, две такие трикотажные вещи, очень мягкий образ, очень такой теплый, вот знаете, опять же, какой-то такой уютный, по-моему, очень хорошо сочетаются эти два цвета, и, в общем-то, вместе выглядит неплохо еще за счет того, что платье короче кардигана, и, в принципе, вот так вот они вместе выглядят довольно симпатично, мне кажется. Все это можно еще подписать. Вот у меня пояс под цвет моих сапог и бордовые сапоги, бордовый пояс. В принципе, вместе это выглядит тоже довольно так интересно и, в общем-то, вполне неплохо. И он так вытягивает силуэт, вот это вот то, что он в центре как бы не застегивается, а вот такая вот вертикальная полоса. То есть, вот, в общем, довольно неплохо выглядит вместе. Значит, кардиган я примеряла размер small, он довольно такой большой, довольно широкий, и $18 он стоит сейчас, стоил он 35, ну и, конечно, это полиэстер, синтетика, но вот видите, он такой довольно неплохо выглядит, мягкий такой, симпатичный, пушистый, вполне, ничего себе, и такой цвет нейтральный, абсолютно на все случаи жизни можно его надеть, и цена очень хорошая, $18. Платье сейчас стоит $20, стоило 40. Я примеряла размер medium. Тоже, конечно, полиэстер. С полиэстером погоняет. Ну вот, знаете, такая вполне себе мягкая такая. Немножко он уже скатался, даже, в принципе, вися в магазине, но не страшно, не смертельно. За $20, в принципе, вполне нормально. Очень красивое платье в стиле self-portrait. Если вы знаете такой бренд, они делают вещи из кружева и разные вот такие вот кружевные. Или Циммерман, вот что-то такое, знаете. Значит, я его нашла здесь на распродаже. Оно, конечно, должно быть с подкладом. Подклада нету. Хорошо, что на мне вот надеты как бы черные колготы непрозрачные и черная футболка. Поэтому я, в принципе, могла его надеть без подклада на себя. Но так, конечно, оно очень просвечивается. Платье действительно очень красивое, на самом деле красивое. И посмотрите, как у него красиво сделаны рукава. Манжет сделан с такими вот красивыми жемчужными пуговичками. Ну, оно было довольно дорогое. Сейчас оно на распродаже стоит, по-моему, $50. Оно стоило 80 или что-то такое. Но платье действительно, вот знаете, вот никогда не скажешь, какого это бренда точно. Вот если вы так вот посмотрите на него, никто из вас не угадает, это H&M или это какое-то платье, которое из
какой-то компании, которое было довольно дорогое. И, в принципе, ну вот, очень, знаете, как классический фасон, прямой, нигде ничего не облегает, ничего вульгарного. Очень такое интересное вот это вот. Вставка сделана, платье действительно очень красивое. Примерила я сверху еще вот такой вот кардиган, очень подходящий по цвету к этому платью. В принципе, такой, знаете, молочного цвета, молочного гаммы платье и кардиган. Вот такая вот фигурочка получилась. Кардиган очень классный, если честно, мне он очень нравится. Вот такие вот плетеные косы. Очень красивый цвет молочный, такой светло-бежевый. Хороший такой, знаете, размер, не маленький, не большой, не очень широкий, не очень узкий. И вот с таким вот платьем, знаете, вот если сверху надеть, получается как будто бы такое кружевное летнее платье и сверху зимний теплый кардиган. Получается очень симпатично, мне кажется, именно так вот по-зимне-новогоднему. Кардиган был не очень дешевый, он был $50, сейчас он стоит 35, я примеряла размер medium. Я, наверное, посмотрю все-таки состав, хотя здесь вот все написано полиэстер, но мне просто интересно, почему он такой дорогой. А качество великолепное, вот если честно, так аккуратно сделан, вязка очень красивая и такое, знаете, просто классное, классный цвет, классное качество. Пуговицы такие, знаете, простые, без всяких прикрас, ну, правда симпатично, правда хорошая вещь. Посмотрю сейчас состав. В общем, я не стала вам снимать, потому что этикетка черная, на ней все равно ничего не видно, телефон не фокусируется, но в нем есть 8% шерсти из хороших материалов, все остальное, конечно, синтетика. Но вот 8% шерсти, видимо, делает вот эту цену и, в принципе, вот дает ему такое какое-то, знаете, приятное на вид качество. Я хочу вам сказать насчет стирки. Эти вещи довольно светлые, но вот у нас недавно разгорелся не спор, а в общем как бы дискуссия на тему. Оля из Финляндии показывала видео какую-то синтетическую кофточку и говорила, что вот на один раз после стирки она сразу сваливается и скатывается. Если честно, девочки, вот я ношу синтетические вещи, бросаю их в стиральную машину, потом в сушилку, они как новые из нее. Шерстяные вещи садятся, кашемир садится, надо очень осторожно стирать, надо очень аккуратно, какой-то специальный режим, или руками, или как-то так, в общем, целые дела. А вот синтетика, я не знаю, вот у меня абсолютно она не скатывается, ничего с ней не случается, я просто ее стираю в стиральной машине, потом в сушильную машину кладу, достаю как новое. Не знаю, никогда у меня не было никаких проблем с синтетикой. Платье размер medium, стоило оно $70, сейчас 50, но видите, это его... 50 написано от руки, я не знаю, может быть даже меньше. Мне оно очень понравилось, если честно. Я бы даже его подумала насчет того, чтобы купить. Но $50 мне, конечно, жалко в вычинном платье. Вот смотрите, как интересно сделано, какие красивые пуговички. И внутри как-то манжет проложен какой-то такой тканью. В общем, очень-очень симпатичное платье. Посмотрю состав, но я думаю, что, конечно, ничего натурального. Хотя за такую цену, может быть, и да. Ну, полиэстер, конечно, 100% полиэстер. Ну, вот цена, конечно, я вам хочу сказать, вот $70 за что? Ну, подкладка, я думаю, что у него была. Но, видите, совершенно прозрачная. То есть должна была быть подкладка, конечно, но, видимо, потеряна в боях. Утеряна в боях. У меня еще парочка платьев с собой, вот одно из них, черное такое атласное платье, опять же, совершенно обычное, ничего в нем нету, прямое платье, немножко расклешенное к низу, тоненький пояс, но очень красиво сделано, вот такая бежевый такой рисунок из цветов, причем вот только вот здесь, вот только в одном месте, больше нигде его нету. И оно тоже довольно такое, знаете, вот нейтральное очень. Никогда не скажешь, что и откуда это платье. А если единственное, что вы знаете, что это платье H&M. Но выглядит оно довольно симпатично. И оно очень-очень дешево сейчас стоит. И хорошее платье, такой хорошей длины. Очень приятное. Очень симпатично, кстати, выглядит с этим кардиганом. За счет того, что вот этот вот цветок и цвет кардигана, в общем, где-то похожего цвета, очень перекликаются. И, в общем-то, довольно выглядит это неплохо, по-моему, очень даже необычно, интересно. Ну, как бы так. Ну, благородно, я бы даже сказала. Не побоюсь этого слова. Я вообще обычно ругаю H&M, сегодня хвалю, девочки. Что-то у меня какой-то произошел
срыв. Платье я примеряла размер medium, и стоит оно сейчас $15 всего лишь. Стоило 40, а сейчас 15. Хорошая скидка, хорошая распродажа, и вот оно такое вот, вполне себе очень неплохое платье, на мой взгляд. Синтетика, конечно, даже не стану смотреть. Ну, я посмотрю, если не синтетика, скажу, а если синтетика, то не буду уже говорить. Еще одно очень интересное платье. Сейчас перекричу там кричащих женщин. Платье-халат, оно такой вот стойки, горло такой вот, воротник-стойка, и оно все-все полностью застегивается до конца, видите, здесь пуговицы, и такая скрытая застежка. Здесь оно, видите, вырезано как будто бы рубашка такая длинная. Я вам хочу сказать, оно очень интересного, интересной ткани, фасон такой обычный, но ткань очень интересная, с поясом оно, с таким тоненьким поясочком. Очень интересная такая расцветка, знаете, благородная, я бы сказала, даже такая очень оригинальная, согласитесь. Очень симпатичное платье, очень красивое, на мой взгляд. Посмотрите, как хорошо он выглядит с этим кардиганом. Опять же, по цвету вот эти вот пятна такие подходят к такому бежевому. Темно-бежевый, ну не темно, а в общем бежевый, мы больше, чем молочный. Вот это вот такой молочный кардиган, а это такой бежевый. Поскольку оно длиннее, то вот это вот пальто, как бы кардиган, оно очень хорошо выглядит они вместе. Посмотрите, как красиво. Я считаю, что это прям даже прям вот красиво. И очень благородно, элегантно, интересно, интеллигентно, так, знаете. Не по H&M-овски, я бы сказала, а очень даже очень. Платье примеряла я размер medium, стоит оно $34, стоило $39, совсем маленький сейл на него, как бы, жалко, честно говоря, мне оно прям понравилось, да, если бы было немножко подешевле, ну, как бы, потому что мне не надо, у меня много одежды, у меня много платьев, и мне, как бы, еще одно платье я могу купить, только если оно очень-очень хорошая цена, а $35, ну, как-то так, я думаю, подожду, может. Может, они еще подешевеют, можно на веб-сайте посмотреть. Но вот расцветка очень интересная. Видите, здесь она такая немножко синяя, черная, серая, вот такая вот бежевая. Очень интересная расцветка, необычная такая, знаете. Понравилась мне. Манжет так сделан хорошо. Ну, в общем, хорошее платье, ничего, такое симпатичное, вполне. Все, девочки, на сегодня все. Надеюсь, вам понравился мой эксперимент. Одеваясь в H&M дорого. Как выглядит дорого, одевшись в H&M на распродаже. Ненавижу это сочетание, как выглядит дорого, но, как выражаются очень многие на YouTube, и я за ним следую. Все, надеюсь, вам понравилось, было интересно. Подписывайтесь, ставьте лайки. Люблю, целую, с вами была ваша Дипа из Канады. Увидимся в следующем видео. Пока-пока, бай.